Всем привет! Сейчас я покажу вам, как правильно поменять и заправить картридж в Renova Zero. Снимите картридж и выбросьте его. Возьмите новый. Для того, чтобы его заправить, нужно слегка надавить на клапан. После заправки установите картридж на мод и подождите буквально 5 минут, чтобы картридж пропитался жидкостью и вы не сожгли его в первые секунды парения. Спасибо за просмотр и до встречи!